Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного теста для пиццы. Итак, приступим. Берем стакан теплого молока, выливаем в миску. Добавляем 10 грамм сухих быстродействующих дрожжей. Размешаем. Сразу добавляем 2 чайные ложки сахара и 1 чайную ложку соли. Размешаем. Добавим 3 столовые ложки растительного масла и 4 стакана муки. Муку берем хорошую, просеянную. Сначала я замешаю ложкой. Потом уже буду замешивать руками. Сейчас добавлю 1/4 стакан муки. И буду уже замешивать. Пока тесто не будет мягким, эластичным, не будет липнуть к рукам. Вот, можно переложить тесто на рабочую поверхность. Хорошо его замесим, но недолго, минуты 2-3. Теперь поставим тесто в миску, смазанную маслом. Накроем пищевой пленкой, полотенцем и уберем в теплое место на 1,5 часа. Вот тесто отлично подошло, и теперь приступаем к приготовлению пиццы. Можете использовать любую начинку на ваше усмотрение. Ставим пиццу в духовку на 15 минут на 250 градусов. За 5 минут до готовности я посыпаю пиццу с сыром. Вот наша пицца готова. Тесто получается очень вкусным, нежным и тонким.